Big Cats, играй со звуком, который тебе нравится. Чужеземьем простаки называют все земли за пределами ужасного болота. Я даже не везде там была, но насколько я вижу, вот эти земли тоже части чужеземья. Мир на самом деле куда больше, и в нем столько существ, которые даже не подозревают, что битва древних может решить их судьбу. Они могут спать спокойно, ведь я на посту. Так что, да, здесь вы можете называть те земли чужеземьем, но вообще у них у всех свои имена. Например, Проксасия. Люблю это место. А вот в Кримволе можно качать железо. Подобных себе я никогда не встречала. У кого-то были схожие черты, но инженерного таланта, как у меня, никогда ни у кого не было. Так что, разумеется, мой товар всегда пользовался спросом. Поначалу я продавала его всем желающим. Принципы не помогут выбраться из трудного положения. А я оказалась именно в таком, когда пересекла то болото. Разумеется, слабые убеждения и способность к изготовлению оружия массового поражения неминуемо ведут тебя к сговору с бандой хулиганов. И поскольку я это я, то я тогда вляпалась по уши.